разбивали сваи бетонные. Если сказали, хоть она на миллиметр опустится, то вас обязаны будут выселить из квартиры. Она опустилась больше. То есть вот видно. Значит, в квартире сырость, значит, стены рушатся. Как связь, Азат Шахитович? Хорошо нас слышно? Управление жилищной политики вам квартиру предложило. Она вас не устраивает? Вы мне скажите сейчас. Устраивает? Я устраиваю. А, хорошо. Я согласен. Заявитель пришел на прием и попросил, чтобы я проконтролировал и дал процессу ускорения, что, по сути, сегодня и произошло. И если есть все законные основания, ведь каждая ситуация является сугубо индивидуальной, и все инстанции соответствующие дадут заключение, мы Азата Шахитовича с удовольствием обеспечим в январе жилым помещением, которое ему положено в рамках действующего законодательства. Человек держит свое слово и вообще, то есть, реальный глава, который вникает в проблемы людей.